Есть времена, когда бобер несет тебя, а есть времена, когда ты несешь бобер. Фух, тяжеловатенько. А идти еще вон до того лесочка. Прям топать еще и топать. Так, ну что, первый заброс, клюнет или не клюнет? Че, никто не клюет? Ну, как-то грустно это все. Я ожидал экшена, силы, глубины, напора. Ну, как-то да. Так, ну, заброс, конечно, не первый. Заброс где-то по счету 15-й. Но рыбка уболталась. Это опять этот таймешоночек. Ну, размерчик в целом ничего такой. Но приятный. Вообще красавчик. Просто красавулечка. Муа. Ладно, отпускай. Ну что мы тут имеем? Очередной трофей. Вот Андрей стоит по щиколотку в болоте. Даже близко к рыбе подходить страшно. Тут под нами просто какой-то плывун, просто болотина. Твердого берега нет. Ходим, прыгаем, как лягушки, с кочки на кочку, с кочки на кочку. Ну что там он? Сильно зацепился, что ли, так? Вроде же был за краешек. Так, ну в принципе все, отмучили рыбешечку. Давай его. Аккуратненько. Расти большой. Оп-оп-оп-оп. Красота! Тонуть в болоте — это вообще не для нас. Очень, очень неприятно тонуть в болоте. А вот так вот на лодочке — вообще красотень. Просто красотенечка. Хоп-хоп, и ты на месте. И зад в сухости. Это кто тут у нас? Это таймешка. Тише, браток. Тише. Ну, тут почти килограммчик. Очень приятный таймешек. Очень. Тише, браток, тише. Тише. Я тебя разве обижу? Я тебя не обижу. Всего лишь вот так вот возьму и вот так вот. Опа, и убежал. Ой, низкий поклон тебе, речечка. Очень хорошо дала, прямо очень хорошо дала. Продолжим. Фух. Руки дрожат. Аж потряхивает маленечко.
кругом снег, ледяная пустыня, и только мы с бобром по полю ведем. Под ногами жижа, даже снегоступы не помогают. Вот так и продвигаемся. Самая лучшая дорога, как ни странно, оказалась по льду речки. Он тут еще не везде растаял. Здесь я хотя бы не так сильно проваливаюсь. Фух. Ну, пока ищем открытую воду. А пока как-то так. Плыву в сплошном борще, камыш кругом и лед. Судно ледокольного класса «Бобер» перекуривает. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Слушай, ну сегодня Pointer DD дает. Дает стране угля. Дает. Слушай, а этот не тот же самый, что был, что был до этого. Ох ты, красавчик-то какой, а. Ах ты, красавчик ты мой, а. Так, тише, тише, не бейся. Худоват в целом, но такой довольно бодренький. Поплыл, как родной поплыл. Ну что, продолжаем. Продолжаем. Уже как бы что-то, уже можно иметь дело с таким клиентом. В принципе, как по мне, так рыбалка состоялась. Давайте ее